Всех приветствую на канале Ярославский огород. И сегодня мы с вами поговорим о защите урожая клубники от птиц. Всем известно, что вырастить хороший урожай клубники – дело непростое. И очень обидно, когда ваши ягоды кушают все, кроме вас. Лучший способ защиты ягод от птиц – это сетка. Сетку приобретал в одном из строительных магазинов за очень небольшие деньги по акции, где-то в районе 100 рублей. Размеры – 10 метров длина и 2 ширина. Использовать сетку очень просто. Просто накидывайте сетку на куст при необходимости, прижимая края. На 100% этот метод вашу клубничку не спасет, но значительно уменьшит потери. Всем спасибо за просмотр. Новые видео каждый вторник и пятницу в 20:00. Всем пока и удачи!